Мои хорошие, всем привет, привет, на канале Пиратская жизнь. Так, чтобы вам мне доставлять таскать эти тяжелые вещи, так это вниз, а вот нам нужно наверх. Мы сейчас идем покушать на фудкорт. А вот, раз уж мы тут. Здесь, кстати, неплохой фудкорт в Лотосе, мне очень нравится, вкусно здесь готовят. Цены очень дешевые. Вот, и вообще, такие подобные фудкорты есть практически в любом торговом центре, особенно там, где вот магазины типа а-ля гипермаркета. Вот. Сейчас, принцип действия такой. Что такое шумно? Что там делают? Опять. В общем, принцип действия такой, что вы кладете денежку на карточку. Вот, и платите чисто карточкой. Вот, то есть они здесь не принимают деньги. Вот, очень удобно. Цены маленькие. Самый дешевый фудкорт — это терминал 21, Перл 21 на 5 этаже. Вот. А здесь мне нравится, как вкусно готовят супчик. Вот, много чего готовят разного. Здесь, соответственно, и омлетики всякие есть, и салатики. Вот все представлено. Порции, кстати, достаточно большие, вкусные. Вот. Цены не знаю, как кому как. Здесь вон и мясо, и рулька. Вот видите, все то же самое, как на рынке. Если вы, например, брезгуете на рынке, или вам там антисанитария. Чего? Он с той стороны был. С той стороны, да. Давай зайдем, посмотрим. Смотри, вот рулька получается. Вот по 50, по 70. Вот, пожалуйста, любой вариант. Рулька, кстати, вкусная. О, кстати, к ней еще и бульончик идет. Ну да, они, как суп. Криспи порк, криспи порк. Сейчас, подожди, я посмотрю это. С бульёшкой, видите, они так вот делают. А what is it? Beef soup. What? Beef soup. Где? It's pork? Beef soup. А, суп. Chicken. А, понятно. Понятно. Chicken soup. Просто, ребят, так. Вот здесь, кстати, омлет делают. Да, кстати, бывает такое комплексное предложение, что они еще и суп кладут. Ну, наливают. Так, вот здесь тоже что-то такое вкусненькое, остренькое. Где-то тут был том-ям и том-ха. Что-то там нету? Нету. А мне кажется, есть. А, вот. Том-ха? Том-ям. Том-ям 80, да. И том-ям... Там Х 70, да, там вот здесь, короче, можно. Да. То есть вот здесь можно взять 70 и 80. Кстати, 80, а на рынке ты по 120 берешь. Итого 150. 150. Нужно на карту. А ты там ям будешь? Вот здесь вот можно такой диетической с курочкой. Это были не настоящие. Вот здесь вот котлетки какие-то, рыбки. Ну как фудкорт, знаете. Здесь уже практически все готово. Есть лапшички всякие разные. Нудлы. Вон, с почками, не с почками. Pork blood soup. А, pork blood soup. Суп с кровью. Причем, кстати, прикол еще такой, что... О, кстати, вот этого вана. Надо. Вот здесь, смотрите, рыбы и стейки, ё-моё. Как вкусно все. 129, это недорого. Здесь вот мужчина готовит, я понимаю. Классно. Кстати, какие цены хорошие. Запах вкусный такой. А вот. И, соответственно, вот на карточку деньги кладете. Потом вы когда покушали, если у вас на карточке что-то осталось, можете потом денежку забрать. Вот. Тоже вот разные супчики, лапшички. Вот это больше похоже на китайский вариант, потому что они любят такое, знаете, как желеобразное. Все. Есть утка, курица. Выбираете себе все. Там, кстати, стейки есть. 99 бат. Вот прошел. Запах хороший, такой приятный. Да. Не хочешь стейк? Мясо, мясо. Взять, взять. Мясо взять, взять, взять. Нет. Давай один возьмем, давай. По супчику это. Не хочешь? Вот здесь вот рис с креветками тоже, смотрите, жареный. Вот. Тоже вот с рисом и прочее. С кешью он тут есть. Все здесь делают, все свеженько, из-под ножа. Здесь все, соответственно, у них в холодильниках и прочее. То есть, в принципе, можно вот здесь покушать. И цены очень такие адекватные. Тоже самый дешевый — это Перл. Здесь такой, знаете, средний, средней цены. Вот, можно выбрать.
типа нудл-нудл. Всякие вот со стейками тоже. Вот это типа, это как мы ездим, все берем. Вот, видите, прям здесь все готовят. Здесь прям щук-щук-щук. И все. Вот, а вот здесь вот кэш-карт. Вот здесь, соответственно, кидаете денежку на карточку. А вот, сколько хотите. Можно там 300, 400, 500. А потом, если у вас деньги остались, просто сюда приходите и, соответственно, забираете. Да. Отдаете карту, вам отдают сдачу. Все. А можно в МК-ресторан? Нет. Плынем. Даже лазанья есть. Вон там стейк, вон там. Вот, Вована, пытаюсь что-то привлечь внимание. Не, пахнет, кстати, хорошо. Здесь такой достаточно чистенький. Ну, цены, говорю, здесь достаточно высокие, но здесь вкусно готовят. Мы здесь несколько раз ели. Вот. Кстати, вон бекончики, грибочки. Сырдика. Нет, стейк подальше. А, вот здесь. Вот. Вот стейк. Даже бургер есть. Видишь? Вон разделка, мясо, все. Шеф-повар. Вон, видишь, вон с рыбкой есть. Вот здесь, с другой стороны, вон, смотри, на косточке. Но это уже дорого вариант. Видишь, что такое идет? Увеличенный. Да. Наггетсы, видишь, тоже есть. Выбирай. Типа стейк, но они не такие большие. О, видишь? А, кстати, принцип-то действия такой, что здесь вот в торговых центрах просто кафешки, они арендуют место, вот видите, и все, и готовят. Так. Ребяточки, ну что, смотрите, какая у нас красота, вкуснота. Давай сюда, иди в кадр. Ну, подоклонись, давай сделаем заставку. Еще у меня рулька, у Вована стейк. Всем приятного аппетита. Вот, всем приятного аппетита и хорошего настроения. Ох, немножко кадр не влазит. В общем, я взяла себе, знаете, по бюджету у меня 50 бат стоит вот это вот все. У Вована стоит 149. Мне кажется, как-то несправедливо, да? Ну ладно. У меня зато с супчиком. Причем, кстати, супчик идет отдельно. Это бульончик. У меня сухарик. И что-то он острый какой-то, соленый. Супчик, ну ладно. Можно есть, можно не есть. По сути, он входит в стоимость. И взяла себе рульку. Что-то хотела тумбка. Тем спой, у меня, во-первых, в холодильнике есть хорошая тумбка. Вот здесь большая порция, не съем ее. Я же взяла себе рульку. Что? Хотела салат что-то. Ты же передумал. Вон он прямо там. С косточкой. Тумаков. Да, кстати, я попробую тебя. Кстати, картошка только-только прям. С полужара. Она еще даже не успела, мне кажется, зарумяниться. Он ее только снял. И все. Там, кстати, многие заказывают. Там и куриные стейки. Салмон. Салмон, да, вот там ребята рядом все. Нет, там мило есть. Я посмотрю, там салмон. Там вот тоненькая такой салмон. Замороженный. Вот, стоит, знаете сколько, 249. Не очень выгодно, получается. Я даже знаю, где он взял. Вон там. Идея, кстати, такая же, подобная в терминале. Тоже со стейками. Там, правда, порция поменьше. Ну, примерно вот такой формат. Вот моя, вот это все, 50 бат стоит. Вот, все 49. Хотела другой стейк взять, но что-то нет у них. Что-то бульон дурацкий. Острый какой-то. Пересоленый. Хочешь попробовать? Я решила, знаете, много не наедаться сейчас, потому что... Во-первых, у нас большие планы на вечер. Очень надеемся, что все-таки у нас заработает интернет. И мы, наконец, я загружу ролики. Вот, и это... Можно будет посмотреть Ивлево. У нас там есть вкусняшка. По калориям мне достаточно. Мне нравится, знаете, вот это, они рис поливают вот этой штучкой. Вкусный такой. Подливкой от рульки.
Он такой сочный становится, вкусный. И сама рулька. Балдежная. Ну что, нормально? Ты стейк там? А там нет ножей? Нету. Как ты угрызть будешь? Как ты угрызть? А ты возьми две вилки. Попробуй. Прям там жарит. Нет, бульон не хочу доедать. Он очень соленый. Очень какой-то перчено-соленый. Что говоришь? И мне вот нравится, знаете, они вот кладут какую-то вот такую, как травку, она как бы маринованная. Как, знаете, как по вкусу, как огурчик соленый. Но вообще, на самом деле, это капуста какая-то местная. Может, это и есть та самая травка? Кстати, может быть. Нет. Что-то я сейчас искала. Нет, я видела пару раз в менюшках. Макашки. Кафе, да. Не, не макашин, ну кафешки, вот зеленые, помнишь такой, как салат зеленый? Да. Вот, мне кажется, это оно. Но я что-то не нашла. Уж, блин, меня заинтриговала вот наша подписчица вчера вот этой травкой Morning Glory. Что-то я не... Она почему говорит, что они сами ее готовят. Еще, как я поняла, они заселились в отель, но при этом купили, как я поняла, жаровню электрическую. И сами там что-то жарят. Вот эту траву. Добавляет соевый соус, и вся кофейная. Вот поэтому я говорю, знаете, на самом деле, мне кажется, выгоднее заселиться именно в Хонда. Там можно и самому приготовить все, и машинка стиральная есть, вот это, кстати, огромный плюс. И интернет очень хороший в Хондика. А по цене, как отель. Разве что вам там убираться не будет. И завтрак не включен. Закинули, еще 291 осталось. А, 10 суп у меня, наверное, да? 10 это за карту. Если ты оставишь. А, не, просто у меня получается только 400. А. Это уже сняли, 10. Нормально. Потом ха, я говорю, у меня там дома есть. Я лучше домой приду, вот этот замороженный себе заморожу. А здесь что-то я не нашла заморозки. Да? Да. А я знаю, верно, нет готовой еды. Не, ну... Ира тогда угощала. А чуть не попробовала, чуть у нас осталось. Ну что, как? Они брали где-то в Севне, в Большом, но не в Паттайе, а где-то на Крайне. Ну что, как вкусно, кстати? Да. Ну, по сути, это карбоне. Нет. Да? Это корейка. Корейка, да. Ну, видишь, как на косточке, да? Когда корейка идет к косточке. Ну, она любит мясо. Косточка внизу. Нормально. Достаточно бюджетно. Говорю, на самом деле можно здесь очень бюджетно питаться. Как ты делаешь? По сути, вот смотрите, 50 бат. Это 135 рублей. А тут много всяких нудлов, не нудлов. Пожалуйста, вернул тарелочку. И радуюсь. Кстати, писано уже, что попасть. Салат? No spicy. No spicy. Я что-то, знаешь, сначала хотела взять этот no spicy салат, а потом что-то вспомнила последний раз, когда брали, и что-то мне как-то не зашло это. Я что-то передумала. Вот он аж руками ест. А я косточку держу просто. Ты хотел стейк. Ну, в какой-нибудь кафешке, конечно, этот стейк будет дороже. Бат 300. Ну да. А по сути здесь тут салатик. Надо? Нет, не надо.
Мне очень нравится рулька. Она такая, знаете, не жирная особо. И при этом не острая. Она сладкая достаточно. Она как-то варится, я не знаю. Кто-то говорит, что ее рулят, варят в этом, в поле. Не знаю. Ну, что-то добавляет такое, кладенькое. Она такая мягкая получается. Это чем соус? Но это еще не самая мягкая. Я помню, как я брала рульку, она настолько разваренная была, что она прям как это, как тушенка. Как всегда, камера села в самый неприятный момент. Не успеваю снимать его. Но, кстати, обзор вот этого магазина получился очень длинный. Ну, длинное видео тоже интересно. Ну, а что ее убить на 10 видео, что ли? Мы так серию на часов посмотрели. Ассортимент ценники, да? Да. Ну, а что мне, на 5 видео, что ли, делить? Он Оля знает делать вообще по 40 минут, по часу иногда даже видео. Судакова тоже делает по часу. Ну, просто знаете, как это? По 20 минут – это идеальное время, конечно, для того, чтобы смотрели долго. Ну, в смысле, до конца. А зачастую сейчас у людей, знаете, как это? Клиповое мышление. Очень часто люди смотрят ролики короткие, по минуте. Вот настолько они привыкли, что длинные ролики уже не воспринимаются. Нет, просто их к чему глядят, потому что, например, у тебя есть там время, там, 5-6. Ну да. Раз и шоп или два. Не, выглядит, кстати, симпатично этот. Такой. Салатик. Ну, я не хочу. Говорю, да последний раз вот сум там наелся. Короче, вот я даже рис не доела, бульон не доела. Я просто больше уже не хочу. Много кушать вредно. Запомни. Ой, мы вчера, кстати, видели на рынке мужчину, которого, ну, еще видели зимой. В общем, он, я так поняла, у него болезнь, лимфостаз, или как это называется. Короче, когда ноги опухают очень сильно, там лимфа скапливается. И у него настолько распухли ноги, это уже, знаете, прям слоновья болезнь называется. Но он полный. Знаете, вот я никогда в своей жизни не видела вот людей, которые реально весят 300 килограмм. Там, скорее всего, 300 и есть, да? Может, больше. Ну, 200. Нет, больше это вряд ли, там совсем. Ну, короче, мужик. И вот он ездит здесь на, типа, мопеде, что ли? Нет, да? Электрический, трехколесный. Скутер. Это... Вот. Типа того. И вот вчера мы его видели, рядом с фруктами, с овощами. Вот, он улыбашки еще там покупал. Ну, я так понимаю, здесь живет. Вот. И, знаете, он, настолько у него ноги распухли, что они он стенки, даже... Там, в последний раз его видели. Да. Он даже сейчас вообще ходит босиком, представляете? То есть у него просто ноги вот, ну, босиком на асфальте были. То есть вот, ну, до того, что... Он может найти себе обувь, чтобы ее одеть, да, на ноги. То есть там уже, понимаете, там стопа, она уже просто как ну, тканью, ну, телом, мясом, я не знаю, как называется. Короче, ну, писец вообще. И знаете, я вот лишний раз вот так посмотрю и думаю, что... А так ли вот оно стоит вот жрать-то, понимаете? Может, лишний раз себе отказать? Вот я думала сейчас взять, ой, так возьму еще тумка, ой, возьму еще вот салатик, ой, там вот пельмешки видела. А потом, знаете, думаю, да возьму я себе трубочку маленечко, поем и все. Порция, кстати, небольшая и достаточно. Не хочу я. Честно, девчонки, знаете, не хочу возвращаться. Я даже вот пересматривала свои ролики старые. Действительно, какая у меня морда была такая, лица, знаете, вот прям широкая, прям... шея такая здоровая. Вот. Сейчас я прям вижу, ну, хоть какое-то очертание человека, не опухшего, дышащего жизнью, да. Мне легче ходить стало. Вот. Мне как-то вот легче даже, знаете, вот на паром я забираюсь и выхожу намного легче. И мне прям, знаете, мне прям вот хорошо стало. Я не хочу лишний раз разжираться снова. Поэтому говорю, да, я здесь себе позволила попробовать все, что я хотела. Я купила себе одну вот эту пачку чипсов. Ну, не чипсы, а вот эти вот кукурузные вот эти штучки. Но я знаю, что мы здесь вдвоем ее одну съедим, и все. И я не буду ее больше кушать. Кальмары тоже одного купили. Вон шарики эти взяли. Что-то я 5-6 штучек съела. Потом что-то мне плохо стало, я заснула. Ну и Вован, короче, их один спорол. Но говорит не полностью, говорит, часть выкину. Вот. И я даже, знаете, что-то и не хочу. Вот я, грубо говоря, душу отвела,
один разочек поела и все. Но честно, знаете, у меня такое состояние, что вот я бы лучше бы вот домашнюю котлетку с пюрешечкой и с салатиком из овощей просто, знаете, вот там. И на ужин там этот, не знаю, яблочко какое-нибудь, и кефирчиком бы запила. И все, и мне вот больше ничего не надо. Как-то у меня, знаете, вот сейчас вот нету вот особого культа еды. Конечно, да, говорю, мне очень хотелось вот этого всего тайского изыска, вот, который вот мне очень нравится по вкусу. Я отвела душу, я очень рада. И у меня даже вот нету, вот не сидит вот эта идея фикс. Потому что, знаете, когда ты начал худеть, и у тебя вот в голове сидит, ой, а что ж теперь этого не поешь? Ой, а что ж теперь того не поешь? Нет, один раз можно сорваться чуть-чуть, да? Но главное, чтобы не приходило это в привычку. И все, и будет все хорошо. Ну, конечно, вот это такое состояние, как вот этот мужик, ну, просто страшно. Ну, понимаете, ну, когда ты уже просто даже не можешь обувь одеть, вот, ну, страшно. На чем он так разожрался тут? Вроде тайцы, они много овощей, и фруктов, и такие лапшички. Не особо такие. Хотя вот если курицу жирную брать, да, опять же, если пивом это все полировать, всякими чипсами, снеками, которых здесь в изобилии. Ну, здесь не безобидные все, если тайские. Да. Не, я говорю, я, вот знаете, я вчера опять же взвешивалась. Мы тут шли, короче, мимо этого, по-моему, как это? Топс. Да. Да. И там, знаете, там стоит, короче, ну, весы. Вот, там взвесь. Один бар. Ну, что, я взвесилась, и что, нормально. Все хорошо. Все в пределах нормы. Не похудела, конечно, но и не набрала. Но душу отвела. Это главное. Так что вот такие дела. Женьки, так что я все понимаю, я сама была в этой лиге, то, что была и есть в основном, да, в этой лиге. Когда очень хочется пожрать, что-то там что-то запрещенного и так далее. Но, ребят, знаете, здоровье, оно все равно такое, что качество жизни. То есть можно быть полненьким, да, но до состояния, как вот этот мужик, что ты даже не можешь надеть обувь. И, ну, не знаю, неужели, не знаю, какого-то чувства уважения к себе, что ли, нету, да? Не, ну можно быть полным человеком, но не настолько. Это уже болезненная полнота. Я говорю, я не хочу к этому возвращаться, и я не буду к этому возвращаться. Я лучше вот чуть-чуть поела, отвела душу, и все. И я довольна. В общем, всем счастья, любви, здоровья, добра. Здоровья. Девчонки, и знаете, что мы должны есть для того, чтобы жить, а не жить для того, чтобы есть. Хорошо, вы поняли. Все, увидимся в следующий раз. Пока-пока. А вот так современные технологии помогают им даже таскать тележки. Смотрите. Прикольно. Вот так вот. Видите? Вот такую гряду вот так вот ведет. Крутяк. Видите, как здорово. Вот так. Такие дела. Все, мои хорошие, точно. На сегодня все. Увидимся. Пока-пока.